Всем приветики. У меня вот сегодня рулька такая вкусная, зажаристая. Ну а тут вот такие переживания. Ну и как не поделиться? Как не поделиться? Я вот выбрала чуть-чуть постненького мяска, без жирка, конечно, без специй. Ну вот как не дать? Вот как не дать такой говорливой? Ну как не поделиться? Она же вон как хвостом машет. А там кто подошел еще? Кто там еще подошел? Сонная, ты спала, да? Спала ты. Тебе еще Фигуся. Фигусечка, ня-ня-ня, девочка. Милуся, давай, я тебе тоже дам. Давай, милочки-то дадим, милочки. Ну, что? Ну, Фигусик. Давай, милочки, дадим, она что-то не дает. Так, милочка взяла, милуська. Донечка тоже надо дать. Конечно, ну а как не дать? Всем надо дать, да ведь, Вегочка? Донечка, иди, лапочка. Иди, ласточка. Так, Буся угостился и Доня. Ой, мои вы золотые. Так что вот, рульку придется делить. Делить рульку придется. Да, Вегусечка, скажи, я вот всех подбила на это дело, поэтому дай мне еще. Сейчас я вам выберу постное мяско из рульки, чтобы без жира, без ничего. И, конечно, еще дам всем. Да. Вот как она смотрит на весь кусок. Ну, Фигусь, он размером-то с тебя практически. Что уж ты, миленькая. Давай другим дадим. Так, ну-ка, сейчас отщипнула тут. Так, где тут? Вот. Главный, старший, Донечка, девочка. Вот, красавица моя. Милуська. Ну подожди, Донечка, не воруй Милусечки. Вот. Вот. На тебе самый главный, да? Скажи, я вот выпросила для всех. На, маленькая девочка. Вот такие у меня попрошайки. Вот такие попрошайки. Ну как с ними не поделиться вкусняшкой? Как же ж? Обязательно надо делиться, да? Да. Мои золотые ребятулечки. Ну, я всем желаю хорошего вечера, отличного настроения. Всего самого-самого лучшего.